Добрый день, с вами Светлана. Сегодня хочу показать томаты серии Казула. Я вот выращивала 6 сортов в этом году. Я проживаю город Киров, Волго-Вятский регион. Вот такие сорта у меня росли. Казула 141, Казула 74, Казула 25, Казула 138, Казула 125 и Казула 156. Подробнее о каждом сорте я расскажу в следующем видеоролике. Смотрите, подписывайтесь на мой канал. Доброе утро, город Киров, Волго-Вятский регион. Снимаю на сегодня остатки своих томатов. Казула 25. Вот такая еще завязываемость у него. Вот еще сколько томатиков висит на кистях. Вот выше завязаны. Нет, выше это уже не то. В общем, вот Казула 25. Вкусный урожайный томат. Рекомендую. Томат Казула 25. Вот такой красивый томат. Бордовые, зеленые полосочки проходят по нему. Такая красивая сердцевина. Вкусный урожайный томат. Выращиваю первый год в теплице. Кто не садил, рекомендую. Казула 25. Доброе утро. Сегодня 27 августа. Город Киров, Волго-Вятский регион. Снимаю остатки томатов. Томат Казула 74. Вот уже остаточки на сегодняшний день. Буду все снимать. Хотела вам показать. Томат очень вкусный. Рекомендую. Так, посмотрим, как выглядит на разрезе. И попробуем на вкус томат Казула 74. Вот такой вот томатище. У меня уже потек, треснул. Так, сейчас вешаем его, сколько на вес этот томат будет. 533 грамма. Вот такая расцветка у этого томата. Такой, как цвет охры, наверное. Сейчас разрежем, посмотрим, какой он у нас на разрезе. Вот такой вот мясистый томат. Ну, семена вроде бы есть, так что семена я заготовлю этого томата. Сейчас попробуем, какой на вкус. Вот такой вот он, еще раз покажу поближе. Пробуем на вкус. Томат я выращивала первый год. Вкус такой приятненький, как фруктовый. Кислоты, можно сказать, что не ощущается. Приятный томат. Вкус приятный. Казула 74. Доброе утро. Город Киров, Волго-Вятский регион. Сегодня 27 августа. Снимаю остатки томатов. Теплица от Казулы 125. Вот так она на сегодня выглядит. Такая у нее завязываемость. Одна кисть. Вот еще кисть висят. Там еще выше завязались есть. Казула 125. Очень вкусный томат. Рекомендую. Томат Казула 125. Это сорт польской селекции. Садила первый раз в этом году. Сорт урожайный. На вкус такой приятный томатный вкус. В меру и сладости, и кислоты. Кто любит разнообразие, садите этот томат. Рекомендую. Казула 125. Город Киров, Волго-Вятский регион. Доброе утро, город Киров, Волго-Вятский регион. Так вот на сегодня 27 августа выглядят томаты Казула 138. Снимаю остатки томатов в теплице. Вот столько еще завязалось ее. Вот завязи. Вот завязи висят. Вот.
урожайный вкусный томат. Рекомендую. Козула 138. Томат Козула 138. В этом году выращивала первый раз. Вот такой он по внешнему виду. Такая красивая вот у него мякоть. Томат сладкий, вкусный. Это сорт польской селекции. Кто не выращивал, рекомендую. Козула 138. Томат Козула 141 или плессированное сердце. Выращиваю его не первый год уже. Город Киров, Волговятский регион. Растет в теплице. Вот такая красота. Сердцевинка у него с розовыми разводами. Сам весь такой в полосочку. Вкусный урожайный томат. Кто не садил, рекомендую. Козула 141. Доброе утро. Город Киров, Волговятский регион, 27 августа. Снимай остатки томатов. Козула 156. Вот так он выглядит на сегодня. Этот томатик садила первый год. Вкусный урожайный томат. Кто не садил, рекомендую. Козула 156. Томат Козула 156. Это сорт польской селекции. Выращиваю первый год. Проживаю в городе Кирове, Волговятский регион. Томаты вот только сняла в теплице. Сегодня 31 августа. Еще даже немножко не дозрели. Начали поздно зреть. Поэтому в разрезе пока не покажу. Будет поздней. Козула 156. Рекомендую урожайный томат.